Станция «Буги-Вуги», тимбилдинг, театр «Экспромт». Перемещаясь от одного пункта маршрута к другому, участники первого квеста собирали карту, которая позволила бы ребятам расколдовать хранительницу детства и получить за это дополнительное развлечение в виде аквагрима, твистинг-моделирования и батута. Развлекательная программа продумывалась таким образом, чтобы каждый ребенок получал максимум удовольствия, при этом реализуя свой потенциал. Дети, которые приезжают сюда, конечно, хотят попасть в эту страну невиданных приключений, но, к сожалению, сталкиваются с тем, что ЧП произошло в этой стране и заколдована хранительница детства. Для того, чтобы расколдовать, нужно расшифровать слово, а для этого надо выполнить 7 испытаний. На протяжении квеста ребят сопровождают волонтеры университета. При этом студенты могут не только развивать свои актерские и театральные навыки, но и формировать педагогические, учиться строить диалог с детьми. В среднем на прохождение маршрута отводится около часа. За это время ребята успевают получить максимум эмоций и впечатлений. Это погружение в сказку, это погружение в мир детства. И эта акция сегодня, конечно, проходит как своего рода презентация, поскольку в дальнейшем для всех детей города Бреста агростанция нашего университета открыта, где каждый из желающих может получить вот такую услугу, пообщаться на природе, окунуться в мир детства. На данный момент по маршруту на экологической базе прошли 2 экскурсии. Авторы идеи уверены, эта форма развлечения будет не только увлекательна, но и полезна юным искателям приключений.